утром в срок назначенный, после шумной ночки. Уходили мальчики, мамины сыночки, в камуфляж наряжены, снежными руками. Что-то очень важное обещали маме. Говорили главное на перроне станции. Не война объявлена, просто операция. Мальчики-романтики проявляли смелость. Поиграть в солдатики мальчикам хотелось. Капали мороженым на бетон перрона, на глазах восторженных девочек влюбленных. Мальчики примерные или шалопаи верят, что бессмертные, смерти не бывает. Мамы дали мальчикам яблоки и груши, пирожки горячие в поезде покушай. Им пакеты сунули в мягкие ладошки. Умирать под пулями будут понарошку. В мире все кончается поздно или рано. Возвратились мальчики, наши ветераны. Сильными и чинными вышли на вокзале взрослыми мужчинами. На груди медали. По перрону топали мамины солдаты. В пыльных берцах стоптанных, выцветших бушлатах. Радостные мамочки их пока не спросят, отчего у мальчиков в шевелюре просит. С жесткими ладонями, с рваными ногтями. И куда их стонущих ночью бросит память. Возвратившись в войны, смерти не боятся. Черными мозолями огрубели пальцы. Пусть сыночки мамины, но народ служивый. Ничего, что ранены, главное, что живы. И пока что трезвые не покажут виду. Кое-кто с протезами, парни-инвалиды. Где ж такое видано, мама скажет, что ты. К счастью, инвалидами, лишь бы